Азербайджанские пожарные, работающие в эти дни в Турции на тушении масштабных лесных пожаров в стране, привлекли внимание турецких журналистов своими действиями. Многие из них выбегали из горящих домов, держа в руках турецкие флаги. Один из них – сотрудник МЧС Азербайджана Камиль Дюньямалиев. «Дом горел, я зашел внутрь, чтобы проверить, остались ли там люди. Людей не было, но я увидел флаг и вынес его», запыхавшись, говорит Камиль в видеорепортаже турецкого издания «Хабер Лютфен». Насколько важна человеческая жизнь, настолько значим и флаг. «Азербайджан и Турция – братья навеки», добавляет он. Ev yanırdı, evin içine girdim. İnsan olduğunu baktım, insan yokuydu. Bayrağı gördüm, bayrağı çarptım. İnsan necə önəmlidirsə, bayraq da o qədər önəmlidir. Türkiye ne demek sizin için? Türkiye, Türk bayrağı. Evet, evet, Türk, Azerbaycan bayrağı fark etmez. Türkiye her zaman... kardeşimiz, Türk, Azerbaycan her zaman kardeş olup kardeş olacak. Bugün de son günümüze, son canımıza kadar da Türkiye'nin yanındayız. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.